Там, где он ходит, там ликует ветер, поют небеса и земная твердь. И вот у моря, проходя, он встретил простых рыбаков, закинувших сеть. И он к себе их призвал, и тотчас братья за ним пошли. И оставляя причал, один из них закричал: «Мы нашли, мы Мессию нашли! Мессию нашли! Ты оставь свои сети, пойдем скорей! Ждут нас дела, апостол Андрей! А когда стихнет ветер, то над землей, по синеве мы пойдем с тобой!» Мы пойдем с тобой. Отныне будешь ты ловцом человеков, промолвил Спаситель, и видел Андрей, как пять хлебов благословенных небом смогли накормить 5000 людей. И тот, кто первый был зван, оставил все, чтобы взять свой крест, не обращаясь назад, всем сердцем принял Христа, что был распят и для нас воскрес. Ты оставь свои сети, пойдем скорей, ждут нас дела, апостол Андрей. А когда стихнет ветер, да над землей, по синеве мы пойдем с тобой. Мы пойдем с тобой, апостол Андрей. Ты нес учение, пройдя полсвета, ты стал просветителем этих мест. Венец мучения ты принял за это, и в эллинских патрах ты взошел на крест. И где-то на небесах за ремеслом у своих сетей сплетает, как в узелках, любовь Христову в сердцах, целитель душ, ловец людей. Ты оставь свои сети, приди скорей. Где же ты, где, апостол Андрей? Видишь, буйствует ветер, да над землей мир лежит во зле, этот мир шальной. Ты оставь свои сети, пойдем скорей, ждут нас дела, апостол Андрей. А когда стихнет ветер, да над землей, по синеве мы пойдем с тобой. Да мы пойдем с тобой, апостол Андрей. Вот такая песенка о моем небесном покровителе и покровителе земли русской. Христос воскресе, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Андрей Сороковой, Брянск. Воистину воскресе Христос! Спасибо, Господи! Хорошая песня, текст хороший, слушаешь, все как в Евангелии практически. Вопрос у меня возник такой параллельно. Ты используешь современные ритмы, ну, свои современные аранжировки. Вот. Практически тембра, похоже, ну, как бы использовали modern talking. Вот. Таких, когда еще были времена. Сейчас это уже, можно сказать, уже давно это было. Но для каких-то людей это что-то напоминает. Вот. И если добавить туда, ну, духовных текстов, да, православия, и получится что-то родное и близкое, да? Или как ты, вот, когда применяешь аранжировки, что, вот, какие у тебя мысли современные? Самое главное — суть, содержание. Угу. Содержание. А славить Бога можно в любом стиле.
Угу. Есть рок-композиции какие-то, да? Ну, главное не перебрать. Ну, есть ортодоксальные христиане совсем уже, которые вот не приемлют. Даже священник с гитарой или что-то такое, для них это уже... Есть такие примеры. И есть священники, их немного, которые говорят, петь только надо в храме. А это не от Бога, говорит. Угу. А потом ему люди говорят, так это ж владыка благословил. Ой, все, пойте, пойте, играйте. То есть, сколько людей, столько мнений. Но я полагаю так, что даже вот в таком виде, в такой аранжировке, угу. это вполне и слушается, и вполне воспринимается. И даже меня благодарят вот за эту песню даже люди неверующие, да, которые вот... Ну, до них доходит, да. Да, до них доходит, и они вот это впитывают. И они говорят, как здорово. И они начинают интересоваться. Вот. Кстати, здесь, в Санкт-Петербурге, очень нравится моим друзьям вот эта песня. Именно «Апостол Андрей», они прямо очень любят ее. Угу. Просто мы, вот русские, зачастую пользуемся... достижениями, так сказать, Запада, да, какими-то... Мы привлекаем сюда технику, и, а потом все это ассимилируется, и во славу Божию мы используем это уже на нашей земле. Это все адаптируется. Ну, вот, видимо, так, да, где-то? Ну, я вообще не делаю на это акцент. Вот... У меня есть такая песня, вот она пошла вот так. Uh-huh. И я считаю, что она удачно очень получилась. Uh-huh. Так вот. Ну, ты доволен? Я очень доволен. Слышите? И доволен. Она записана на хорошей студии. Вот. Ну, слава Богу. Всякое дыхание дохвалит Господа. А у меня такая песня даже есть. Прямо сейчас споешь ее? Да? Ну, надо поставить минусовку. Uh-huh. Можно спеть. А сейчас я бы хотел спеть песню... Угу. О силе молитвы. О силе молитвы. Угу. О том, как молитва, даже коротенькая, произнесенная от сердца, может творить чудеса. Конечно, повествование Льва Толстого 1886 года, но это, значит, текст... мой, и музыка тоже авторские. Угу. Да. Ну, кто-то там, моему другу, автору-исполнителю, который исполняет эту песню, какой-то батюшка сказал, вот, Лев Толстой там, это вот неправильно, значит, нельзя такую песню петь. Но, говорю, ты скажи этому батюшке, что пусть тогда на исповеди спрашивают, читал «Война и мир»? Все, иди. Так. Ну да, да, и повести детские. Это глупости какие-то. Просто да. Нет, здесь не противоречит, этот текст не противоречит вообще никак каноническим каким-то нормам. Эта песня, она и веселая, и духовная, и ее даже люди хором поют. Вот. И я записал, ее можно и под гитару просто сыграть, но я записал хорошую аранжировку, записал своим голосом, то есть я бэки тоже своим голосом прописываю, я никому не обращаюсь. Угу. Записал бэки, и оно, ну, послушайте, как давай, звучит. Давай, давай. Да. Трое называется. В далеком лесу, там, где нет ни души, три брата живут в абсолютной глуши. Живут они дружно и славят Творца, молитву одну лишь твердят без конца. Трое нас, трое вас, спасите нас. Трое нас, трое вас, спасите нас. Узнали они, что в селе за рекой есть церковь, и будет там праздник большой. Надели котомки на плечи свои и дальней дорогой с молитвой пошли. Трое нас, трое вас, спасите нас. Трое нас, трое вас, спасите нас. У батюшки в церкви спросили они, как нужно молиться, ты нас научи.
А батюшка братцев благословил и несколько раз отче наш повторил. И радостно братья до дома пошли, но вскоре молитву забыли они. Назад побежали, скорбят и в слезах, котонки гремят и стучит в головах. Трое вас, спасите нас! Трое вас, спасите нас! Бежали три брата, и вечер настал, а батюшка старый уж храм закрывал. Забыли мы, отче, молитву, беда, а как же вы, братцы, молились всегда? Трое вас, спасите нас! Трое вас, спасите нас! Такого священник не видел нигде. Ушли через мост, а назад по воде. Неслись, как по суше, те трое тогда. Как раньше молились, молитесь всегда. Трое вас, спасите нас! Трое вас, спасите нас! В далеком лесу, там, где нет ни души, три брата живут в абсолютной глуши. Живут они дружно и славят Творца, и ладится все, и твердят без конца. Трое вас, спасите нас! Трое вас, спасите нас! Трое вас, спасите нас! Трое вас, спасите нас! Спаси, Господи. Я думаю, что такие песни нужны, да? Да. Да, такие веселые и нравоучительные. Это тоже относится, да, к твоим притчам? К альбому «Веселых притч», ага. Да, она оттуда. Это хорошая такая стезя, да. Потому что есть очень, есть и православие, да, действительно, что должно быть все грустно, монотонно, занудно. А вот оказывается и нет. Оказывается, можно и порадоваться, и чему-то научиться. Спасибо за такой вот настрой, за бодрый настрой. Спасибо. Что у тебя там еще есть в запасе, чтобы как можно больше послушать твоих песен? Вы знаете, программа, она не позволяет нам этого сделать. Но у меня есть и мирские песни. Например, я написал гимн судьям, такого материала вообще нет. Я написал эту песню своему другу, посвятил честному судье. Вот, надеюсь, таких больше. Ну и когда люди услышали судьи, они просто до слез, они говорят, это песня про меня, этот гимн судьям. Гимн Гавани Юнг я написал, вот Георгий Андреенко, да. Он попросил, я написал. Вот сейчас меня попросили гимн нашей клинической школе написать. Они так обрадовались. Вот я хочу сейчас аранжировку сделать на нее, чтобы вот еще пели. Телеканалу «Союз» надо гимн придумать. Вот это здорово, Баш. Да, вот это здорово. Будет повод для того, чтобы встретиться еще раз. Прекрасно. Я положил. Я запишу здесь. Да, на корочку. Вот. Да. У меня есть песни, которые, ну, вы ее слышали на концерте. Песни патриотические, чисто патриотические. Ну, например, «Что снится ветерану», она довольно-таки известная уже песня стала. Значит, песня о том, значит, посвященная ансамблю Александрова, артистам, которые погибли в авиакатастрофе. Такого материала тоже почти что нет. И, ну, разная тематика, но есть и лирика. Кстати, мало, я от нее отошел. Мне больше импонирует духовная и патриотическая тематика. Но есть и лирика. Самую спокойную лирическую песню без фанатизма, так скажем, я сейчас попробую исполнить. Хорошо. Она называется «Моя мелодия». Thank you.
стала без любви земля. И дождь по крыше все стучит день ото дня. Но где же ты, где ты, мелодия моя? Пустота, где нет тебя, нет тебя. В водовороте серых дней, где все в осколках от былой мечты моей. Из дальних далей лишь ко мне спеша, сквозь века ты пришла, ты пришла. Я укрою тебя, как птица, своими крылами. Я смогу разогнать эту мглу сумасшедших веков. Бесконечно любя, без времени и расстояний. Вот моя рука, нам не надо слов, не надо слов. Звучит мелодия любви. О, как прекрасны эти звуки чистоты. Как мне сейчас важна гармония мечты. Как нужны аккорды твои, ноты твои. Я сберегу тебя от слез, от разных бед, воспоминаний горьких дней. Твоим мотивом главным стану я, и пусть всегда хранит тебя молитва моя. Я укрою тебя, как птица, своими крылами. Я смогу разогнать эту мглу сумасшедших веков. Бесконечно любя, без времени и расстояний. Вот моя рука, нам не надо слов. Я укрою тебя. Бесконечно любя, без времени и расстояний. Ты со мной всегда, нам не надо слов, не надо слов. Мелодия моя, прекрасно. Хорошая мелодия. Спасибо, Господи. Ну и, конечно, пасхальные вещи, мне их немного, но всегда вспоминаю добрые слова Серафима Саровского. «Радость моя, Христос воскресе». Есть такая песня у тебя? У меня есть песня про Серафима тоже, А-а-а. В том числе. Ты хочешь спеть, да? Да, если можно. Конечно. Песня называется «Серафим». «Серафим». Сотни разных путей, разных дорог предлагает мирской океан. Только лишь по одной я бы двигаться мог,
да и выбрать я должен сам. Вижу, с посохом странник встретился мне, низко сгорбли надежда проста. За плечами котомка и Евангелие в ней, на устах молитва Христа, на устах молитва Христа. Отче наш Серафиме, путь со мною в пути, путь управи, дай силы крест мне свой донести. Край небесный так весел и ликует земля, Христос воскресе, радость моя, Христос воскресе, радость моя. Подвязался на камне, молитву творил целых тысячу дней и ночей. Дух Святой стяжал и руками кормил приходящих диких зверей. Я ж как загнанный зверь, мне не выдержать нет, на коленочках даже полдня. Боже милости, буди грешному мне, помози, нету сил у меня, помози, нету сил у меня. Отче наш Серафиме, путь со мною в пути, путь управи, дай силы крест мне свой донести. Край небесный так весел и ликует земля, Христос воскресе, радость моя, Христос воскресе, радость моя. Сотни ровных дорог, широких путей, но иду я маршрутом своим. Тропкой узкой, где встретился прямо на ней преподобный святой Серафим. Снова тяжко я болен, жизнь тяжела, Матерь Божья меня защити. Этот нашего рода услышу слова, значит, я на верном пути, значит, я на верном пути. Отче наш Серафиме, путь со мною в пути, путь управи, дай силы крест мне свой донести. Край небесный так весел и ликует земля, Христос воскресе, радость моя, Христос воскресе, радость. Отче наш Серафиме, путь со мною в пути, путь управи, дай силы крест мне свой донести. Край небесный так весел и ликует земля, Христос воскресе, радость моя, Христос воскресе, радость моя, радость моя, радость моя. Христос воскресе! Воистину воскресе! Хорошая песня для окончания передачи. Ну, прощаемся, Андрей. Надеюсь, что мы встретимся. Задание есть? Есть. Так что готовься, будем тебя ждать. То, что ты делаешь, я думаю, что это необходимо Богу и людям. Вот. Ты такую продолжаешь хорошую какую волну, вот, которой сейчас не хватает. Может быть, ну, жалко, что ты, многие тебя не слышат, твоего творчества. Но благодаря этой передаче, благодаря телеканалу «Союз», может быть, где тебя найти? Писать «Андрей Сороковой», да, в интернете? Или как тебя найти? Есть у тебя свой сайт или что-то в этом роде? Ничего больше нет, кроме страницы ВКонтакте. Кто-то выкладывает мои там, есть записи какие-то не очень хорошие, где-то там на улице сыгранные, на морозе, в YouTube. Ага. А так я этим не занимаюсь.
Ну, вот и, надо кстати, заняться. В Брянске меня практически никуда не зовут, если только батюшки где-то на приходе. Вот, у нас... Да, батюшкам поклон. Отцу да, Михаилу, да, отцу, новоиспеченному да. отцу Алексию. Да, спасибо, да. Господи. Вы уже у нас как родной. Вот, да, уже все... Все скучают. Спасибо, да. Господи. Ну, будем намечать поездку. Да, дай Бог. Божьей помощи. Еще раз Христос воскресе, дорогие мои. С вами был Андрей Сороковой, Брянск. Со своими песнями. Божьей помощи вам. Воистину воскресе Христос.